как твои дела? О, все отлично, фермер Ол. Смотрите, цыплят я покормил, яички я собрал. Ну и, конечно, вот мы с Рокки уже справились. Все овощи и фрукты собрали. И сейчас я отправляюсь к Кэти и везу ей яблочки. Она будет готовить пироги к празднику. Ну, счастливо тебе, крепыш, молодец! Спасибо, Маршал, что ты приехал мне помочь. Без тебя бы я никак не справилась. Потому что сейчас надо украсить мой магазин конфетками. Ну что, почти все украсилось, осталось только на дверь наклеить. О, Рокки, ну что, ты закончил доить корову? Да, фермер Ол, смотрите, вот молочко, так что можно будет снаряжать нашу машину, чтобы Кэти привезти яйца и молоко. Но прежде мне надо отвезти растение мэр Гудвы для того, чтобы она украсила Мэри к празднику. Я скоро приеду. А я пока с этой кукурузой сделаю кукурузную муку на своей мельнице. О, привет, Лилу! Привет, сестренка! А можно, пока ты занимаешься декором магазина, я пойду за грибами? Конечно, можно! Слушай, Лилу, конечно, это очень хорошее дело идти за грибами, но ты помни, гуляй там, где я показывала, что можно собирать грибы, и далеко в лес не заходи. Конечно, обязательно, я даже взяла с собой вот такую сумочку. Хе-хе, Лилу, ты такая смешная, кто с сумкой за грибами ходит? Нужно взять ведро или корзину, сейчас я принесу, подожди. Мои баклажаны, баклажанчики, какие же они большие, они самые большие в этой окрестности. В этом году обязательно долина Холодных Низин выиграет у Бухты Приключений в конкурсе на самый большой овощ, фрукт или ягоду, ха-ха-ха. И моя соломенная шляпа мне всегда в помощь, она не оставит равнодушным никого. Так, ну вот, держи ведро. Желаю тебе насобирать целое ведро грибов. Хорошо, спасибо, я пошла. Счастливо. Давай, Скай, а мы сейчас пока продолжим. Надо повесить самую главную наклейку украшения наверх магазина. Этим придется заняться тебе. Хорошо, небо зовет в полет. Здравствуйте, мэр Гудвей! Смотрите, какие замечательные растения я вам привез. Да, маршал, это замечательно. Сейчас я проверю, ничего не забыли. Так, петуния, мохнатый мох и лесные фиалки. Хорошо, замечательно. Рокки, ты молодец. Будешь мне помогать? Конечно, буду вам помогать. Я очень люблю растения. Так, куда посадить этот цветочек? Да, да, вот здесь замечательно. Ух ты, настоящая грибная поляна. Может, это опята? Хотя нет, мне кажется, это поганки. Их тут так много. Если бы это были хорошие грибы, я бы насобирала целое ведро. Ну ладно, придется идти дальше. Так, а это что такое? Это тоже какие-то поганки. А ну-ка, я лучше подальше пойду. Я поставила свой вертолет на автопилот, и сейчас я точно приклею торчик. Вот, Кэти, смотри, ровненько. Да, Скай, все отлично. Спускайся, спускаюсь, иду на снижение. Отлично! Работа сделана замечательно. Ну что, маршал, я пойду пока проверю, как там мэр Гудвей. У нее же тоже очень сложная работа. Ей надо украсить мэрию. Да, я тоже направлюсь к мэру Гудвей. Ей понадобится наша помощь. Спасибо огромное, щенки, за работу. А я пока буду дожидаться Рокки, крепыша, и буду начинать готовить вкусные пироги. Ух ты, какая красивая поляна. Это, конечно же, мухоморы, но здесь, оказывается, и божьи коровки живут, и гусеница какая милая. Ух ты, это что? Планета божьих коровок? Неужели это они сами все сделали? Сколько норок-то у них? Удивительно, как интересно играть в лесу.
Пойду дальше искать, может, я белые грибы найду. Так, надо будет сказать фермеру Олу, чтобы он собрал навоз, потому что это органическое удобрение. Оно очень полезно для растений. О, какой красивый гриб! Это же белый гриб, хотя нет. Он с меня ростом, и у него тонкая ножка. Нет, белые грибы такие не бывают. Это поганка. Ладно, я пошла дальше. Ля-л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 я. О, это же место показывала мне Скай. Эти грибы сделали местные мастера из дерева, и они символизируют, что сейчас начинается грибная поляна. Так, ну что, буду сейчас Кэти везти яйца, молоко и вот еще варенье передал фермер, чтобы Кэти сделала прекрасные бисквиты. Ну все, я все погрузил, поехали. Тёп-тёп-буги, тёп-тёп-буги. Хорошо, что мне Райдер сделал беспроводные наушники. Жду не дождусь, когда получу свою посылочку. Эй, Крепыш, что ты тут стал на проходе? Освободи перекресток. А вот и мои грибочки, какие милые. Я так рада. Можно будет их насушить и готовить вкусный супчик. И плюс еще я буду экспертом грибного дела. Пойду порадую Кэти своим уловчиком. Что, Мархамдингер, за посылочкой приехали? Да, приехал, скорее освобождай перекресток, мне нужно развернуться. Давай, давай, быстро. Мархамдингер, ну вы же и так повернете, у вас достаточно места. Тем более у меня больше грузная машина, а у вас маленькая лада. Ладно, хорошо, я поехал. Так, цыпа-цыпа-лето, цыпленок, выдавай мне посылку быстро, чепуган. Так-так-так, подождите, это, во-первых, не цыпленок, а птичонок, а во-вторых, главный здесь я, это мой кузен, он у меня учится работать на почте. Мне не важно, кто здесь главный, мне важна моя посылка. Вот посылки, пожалуйста, назовите. 43-25-41. Хорошо, ждите здесь, я поищу. Так, еще раз повторите код. 43-25-41. Вот это, держите, пожалуйста. Так, сейчас я разблокирую дверь. Ты чего стоишь? Помогай своему кузену грузить мою посылку. Вы какой-то невежественный. Пожалуйста, ведите себя прилично, иначе отойди, я вам не выдам посылку. О, какая же она тяжелая, это никто что? Мне не мог помочь. А я тут все уже повалил, все ваши посылки. Давайте скорее будем грузить. Какой вы невежда, какой вы невежда. Так, ну все, посылку погрузил, я поехал. Кэти, Кэти, смотри, я тебе привез яблочки. Ой, спасибо большое, Крепыш. Отлично, мы будем с Алексом и Зумой делать вкусные шарлотки. Ох, шарлотки я люблю. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, мои баклажанчики непременно победят. Ла-ла-ла. Ого, что это за огромный арбуз? Ну ничего себе! Вот это да! Вот это! Он больше моей машины в несколько раз! Это же большой арбуз, он почти как я ростом! Этот арбуз с меня ростом, его срочно нужно отсюда изъять и обезвредить, сломать, что-нибудь сделать, ладно! Я хотел распаковывать посылку у себя в холодных низинах, но распакую ее прямо сейчас! Хозяйка, сюрприз! О, Рокки, ты привез мне молочко и яйца. Они мне необходимы, чтобы спечь вкусные бисквиты. И жду не дождусь попробовать вкусняшки. Вот, я достал свой ящичек, распакую свою китайскую посылку и достану свое суперсекретное оружие. Ух ты, какие красивые ромашечки. Я их соберу в красивый букет для Кэти. Как они пахнут. Как хорошо, что в Китае начали делать саморазархивирующиеся посылки. Отличнейшая посылка. Это просто мой суперпомощник. Вот он. Вот он, Робокарщин патруль. Так, пульт у меня уже в руках. Так, включаю. Гав-гав-гав. Ты что, не робот, что ли? Нет, я маленький щенок, но это робокостюм мой. Я буду исполнять
И все ваши просьбы, гав-гав-гав. Так, я аж упал от того, что я увидел. Ой, еле-еле стал. Слушай, ты меня должен слушать беспрекословно. Ты должен своровать этот арбуз и уничтожить его вообще с этой фермы. Ух ты, какой мячик, класс, это очень крутая игрушка. Это никакая не игрушка, его нужно спрятать в кустах. Скорее, срочно, срочно его забирай. Хорошо, я покатил. О, классно, классно, все, теперь здесь все чисто, чисто. Они придут и увидят, что здесь ничего нет, все своровано, ха-ха-ха. Надо даже закрыть. Так, ну все, отлично, сиди вот здесь, вот и охраняй арбуз. Хорошо, что ты его сюда прикатил. О, какой классный арбузик, мне здесь очень нравится. Не веди себя как малыш какой-то, ты робот, который подчиняется мне. Нет, я щенок. Нет, ты робот, ты мне подчиняешься. Я маленький щенок. Ты охраняй арбуз, как я тебе сказал. И мне нужно еще вернуться, сделать свои дела. И вообще, чтобы меня не назвали потом каким-то шулером. О, какой смешной арбуз. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Какой огромный арбуз. Иди отсюда по-хорошему, это мой арбуз. Не надо, не надо, это вообще-то не твой арбуз. Нет, это мой арбуз. Нет, это арбуз щенячьих патрулей. И вообще он должен участвовать в конкурсе. Нет, мне сказали его здесь охранять. Иди отсюда, я тебя сейчас покусаю. Какое покусай? Я сейчас Скай вызову. Скай, Скай, прилетай быстрее. Меня хочет собака покусать. Я вовсе не собака, а щенок. Скай, быстрее прилетай. Меня хотят покусать. И вообще, что это у тебя за костюм гонщика, милицейская, полицейская шапка? Ты что, украл костюм у щенячьих патрулей? Я вообще не знаю, кто это такие. У меня вот смотри, какая крутая машина. Это робомашина. И вот такой вот синий костюм. Ты что, не знаешь щенячьих патрулей? Ты что, вообще не местный? Откуда ты приехал? Я вообще-то приехал из Китая и принадлежу мэру Хамдингеру. Я его питомец, а это его робомашина. Все понятно. Тогда я быстро побежала к Скай. Арбуз-то надо вернуть на место. Ой, грибы забыла. Кэти, Кэти, смотри, какие красивые грибочки я насобирала. О, Лилу, ты целое ведро грибов насобирала? Какой ты молодец. А еще я тебе цветочки дарю. Какой красивый букет, Лилу, ты просто умница. Кэти, слушай, тут такое произошло. Дай-ка я тебе на ушко расскажу. Ой, быстрее пошли к Скай, сообщим об этом. Мэр Гудвей, вы так красиво украсили Мэри. Да, я очень старалась. Сейчас мне надо поставить основной стенд с фруктами и овощами на верхний флаг. Скай, ты мне в этом поможешь? Да, конечно, мэр Гудвей, садитесь в мою корзинку, я вас подниму. Отлично. Так, я готова. Вот мой стенд. Давайте будем подниматься. Скай, Скай, подожди, не улетай. Послушай, Лилу увидела, что пропал арбуз с фермы, а он участвует в нашем фестивале. Надо срочно поехать и его забрать. О, конечно, я немедленно лечу. Лилу, пожалуйста, расскажи мне, где ты его видела. Дай мне координаты. Этот арбуз я видела недалеко от грибной поляны, там, где мы собирали белые грибы. Все понятно, я полетела. Так, а мне что делать? Кто меня поднимет, чтобы я установила свой стенд с фруктами? Мэр Гудвей, не беспокойтесь, у меня же тоже есть самолет. Пойдемте, я посажу вас в мою спасательную корзинку. Так, приветик. А что это ты тут делаешь с нашим арбузом? Это не ваш арбуз, это арбуз мой. Вообще-то, щенок, чужое брать нельзя. Арбуз принадлежит ферме и бухте приключений. И он еще к тому же участвует в конкурсе. Я тебе предлагаю так.
Ты давай отдавай нам арбуз, а я уже тебе лично от себя дарю вот такие два арбуза. Так что будет у тебя не один, а целых два. Ух ты, какие классные! Они еще к тому же очень вкусные. Так что давай, щенок, бери арбузики, а я полетела. Хорошо, пока, а я буду кушать арбузики. Ням-ням-ням. И ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, я уже арбуз укомплектовала, сетку зацепила, могу лететь. Отлично! Какая замечательная у тебя корзинка. Так, вот мой стенд с фруктами. Маршал, я готова, поднимайся. Сейчас, мэр Гудвей, держитесь хорошенечко. Цепляю, мэр Гудвей, вы приближайтесь к флагу. Пожалуйста, прикрепляйте его. Так, так, маршал, все готово, опускай меня. Отлично. Так. Ну все, маршал, ты настоящий молодец. Ох, Райдер, как жаль, что арбуз куда-то исчез и пришлось номинировать чеснок. Я не знаю, мэр Гудвей, что вам сказать, но арбуз как будто бы сквозь землю провалился. Да-да, и как раз-то мои баклажаны чуть больше чесночка, и они, конечно же, победят в этой номинации. Да, вот ваш чесночок очень маленький, фермер Эл. Это мы еще посмотрим. Еще не вечер, мэр Хамдингер. Да-да, мэр Хамдингер. О, нет, что это такое? Это арбузец, это большой арбуз. Что же сделал мой робот? Я думал, мой робот из Китая будет более полезный, чем котята, но я вижу, что это не так. Мэр Хамдингер, что за робот из Китая? Так это ваших рук дело, все понятно. Что, мэр Хамдингер заказал робота из Китая? Ну, он хитер. Так, поскольку арбуз нашелся, в таком случае побеждает бухта приключений 12-й раз, и наш арбуз становится финалистом. Настоящий шулер. Я не шулер, я просто хотел победить. Такими методами вообще-то нельзя добиваться победы. Да-да, это точно. Если вы хотите победить, вам надо было приехать к фермеру Оллу и узнать у него технологии, как выращивать огромные полезные овощи. И вообще, нужно много трудиться, а технологию нужно узнать у трекера из Кай. Это они вырастили такой большой арбуз. Мэр Хамдингер, я все-таки надеюсь, что вы уже исправляетесь, потому что вы же все-таки потрудились вырастить баклажаны. Но вам придется еще немножко потрудиться, так что приходите к нам на ферму, и мы расскажем все секреты, да, фермер Эл? Да-да, мы расскажем, мы всегда с распростертыми объятиями. Мэр Хамдингер, мы прощаем вам ваши мелкие проделки. Садитесь с нами за стол, будем праздновать победу бухты приключений. Да, за стол я люблю. Где мой кейк? Покажите мне этот кейк. Ох, мэр Хамдингер, вы неисправимы.